Добрый день! С вами Антон Самсонов, гольф-профессионал Forest Hills. И сегодня мы с вами рассматриваем удар сложный, когда склон идет вверх. Очень часто у нас поля различные, где эти склоны гуляют вверх и вниз. И как же правильно сконцентрироваться? Итак, если мы с вами стоим по склону, то общая тенденция будет, что «Ой, я падаю вес назад, дай-ка я вес перенесу». И получается, что удар будет делаться четко в землю. Мы знаем, что так делать нельзя. Когда мы с вами стоим на склоне, плечи тоже должны быть по склону. Это номер один правило, чтобы наша тенденция и клюшка могла полностью пройти. Но что у нас с вами попадает? Попадает момент того, что как бы я ни старался, хорошо вот этот выход с переносом я сделать не могу. Значит, как бы я ни делал этот удар, я все равно частично потеряю равновесие. А если я потеряю равновесие и целюсь на флаг, то мячик из-за того, что потеря идет равновесие, полетит выше и намного короче. Поэтому, если я собирался бить сэндом, я беру, грубо говоря, пич и собираюсь сделать этот удар. Итак, значит, клюшка намного выше у нас с вами берется. Берем на одну, на две клюшки выше, значит, пич. Но, чтобы дальше сконцентрировать вот эту длину, если я падаю, то активно подключаются руки, поэтому полет мяча будет всегда справа налево. Значит, если я делаю хороший удар со всей силы, ровно на флаг, то мячик будет уходить всегда чуть-чуть левее. Поэтому для того, чтобы мы остались с вами четко на цели нашей, мы целимся немножко правее, вес капельку на правой ноге, чуть-чуть, чтобы мы все-таки сохраняли с вами вот это равновесие. А мячик с вами смещаем 2-3 сантиметра вперед. То есть, чтобы клюшка проходила вперед, чтобы мы не сразу упали с вами, а все-таки пытались немножко довернуть. Итак, берем правее цели, метра 2-3, вес чуть позади на правой ноге, мы стоим с вами по склону. Клюшку взяли не сэнд, а там через одну пич или девятку. И делаем удар. Мы с вами окажемся четко у цели, если вы все сделаете правильно. Итак, вверх по склону. Траектория и так слишком высокая. Нужна клюшка намного ниже углом, чтобы она летела ниже, потому что за склон придает нам высоту. Вес на правую ногу, мячик немножко вперед. Помним, что из-за того, что до ворот не можем сделать, работают только кисти, поэтому прицельтесь чуть-чуть правее. С вами был Антон Самсонов, гольф-профессионал Forest Hills. Тренируйтесь, приезжайте, и на Forest Hills здесь более чем достаточно различных склонов, чтобы вы отлично потренировались. Записывайтесь, приезжайте и подписывайтесь на наш канал.